Казанова в бой! Не впервой. Выживет. И снова в бой! Да, получилось! Я отомщу за смерть отца. Босс! И снова в бой! Умри, пацак! Теперь ты умрешь за свои злодеяния. Постой, я никого не убивал уже много лет. У нас уговор с местными.
Это ты ворвался в мой дом и начал калечить моих людей? Только у тебя хватило бы силы наглости сжечь целую деревню. Так ты из глухого! Поверь, это были не мы, а какие-то гастролеры из соседних областей. Ты лжешь! Клянусь могилой своего отца! Да спроси хоть у своей подружки Лисы, она все видела. Откуда ты знаешь? Так она же нам про это и рассказала, а потом умчалась на север, в сторону Пешта. Лиса, я чувствую, что она как-то со всем этим связана. Я найду ее и узнаю, что произошло на самом деле. Ладно, Феликс, я сохраню тебе жизнь. Иди на все четыре стороны. Только не смей больше показываться в этих краях. Ты победи. Но мы еще встретимся. И тогда я буду лучше подготовлен. До скорого.